Каратисты Шадринского клуба «Бусидо» заняли призовые места на всероссийских соревнованиях. 5 ноября в Челябинске состоялись всероссийские соревнования по карате. Турнир на призы чемпиона СССР Дмитрия Обухова. Каратисты Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Пермской, Новосибирской, Орловской, Московской областей, Республик Башкортостан, Казахстан, представители Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России выступали на этом турнире. Всего на него съехалось около 700 спортсменов. Каратисты клуба «Бусидо» из Шадринска достойно выступили на соревнованиях и заняли призовые места. Второе место в категории 16-17 лет до 53 килограммов заняла Марина Гележединова. Кроме того, девушка выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Третье место занял Кородаков Никита, 8-9 лет до 25 килограммов. Третье место Горячева Николь, 8-9 лет до 30 килограммов. Третье место Гребенникова Анастасия в этой же категории. Тренируются каратисты под руководством Натальи Нагибиной.